Ребят, зима в полном разгаре. А это значит, что можно проводить покатушки выходного дня со всей своей семьей. Ну, к примеру, устроить покатушки на снегоходах с детьми. Но снегохода нет, скажете вы. Но есть детский квадроцикл. Вот это видео как раз для вас, потому что мы предлагаем вашему вниманию комплект лыж и гусениц, которые превратят ваш детский квадроцикл в полноценный детский снегоход. Ведь только представьте, без покупки снегохода, имея лишь только один квадроцикл, докупая к нему комплект трак и лыж, вы становитесь обладателем сразу двух транспортных средств и на зиму, и на лето. Комплект состоит из двух лыж с амортизаторами и двух траков. В комплекте идут все необходимые крепежи, болты, все встает болт-он без каких-либо доработок и головняков. Сняли колеса, поставили комплект для зимы. Несмотря на то, что, конечно, это детский квадроцикл, и мы ему сейчас поставим не детские задачи, и вот увидите, что он сейчас будет вытворять на этом чудо-комплекте. Трак с роликов не соскальзывает, все продумано действительно до мелочей. Подойдет данный комплект на большинство детских квадроциклов. Кубатуры от 110 кубов, там 125-150. Управление, можно сказать, уже снегоходом детским, да, с данным комплектом становится еще проще, понятнее. Он идет просто как по рельсам. Если на квадриках, да, это постоянные дрифты, заносы, то здесь нет. Он прямо шпарит по заданной вами траектории. Далее. Комплект стоит недорого. Комплект устанавливается без проблем. Комплект вы можете хранить в своем гараже, где он не будет занимать много места, в отличие, да, от снегохода того же детского. Потом, конечно же, самый огромный плюс в том, что техника вашего ребенка будет использоваться круглый год, и ваш ребенок будет счастлив и доволен круглый год и зимой, и летом. Это, конечно же, самое главное. Данный кит вы можете приобрести в любом мотосалоне Rolling Moto или на нашем сайте rollingmoto.ru. Мы стараемся делать максимально, чтобы ваши летние, зимние покатушки были еще интереснее. С вами был канал Rolling Moto. До новых встреч!